Ребята, всем привет. Мне для одного проекта понадобился бур. Вот сейчас я сходил до амбара, взял у отца старый бур. Все равно мы никто не рыбачим. Но он цельный. И если я сейчас не найду другой, тут еще где-то должен быть на стенах сарая, то я буду делать из него разборный. То есть ага. Ну чё, тогда получается проще. Мы просто-напросто ручку срезаем, перевариваем сюда. Ножи переставляем сюда. Вот и все. Да, чайка? Заходи, что там, как не родная. И для нашего проекта этот подкрашиваем, бур будет готов. Ну все, приступаем. Сейчас за болгаркой, за сварочным аппаратом. Нет, да, сперва ножи попробую поменять. Подходят, нет. Может, легче будет. Ё-моё, может... Да, ребята. Легче же механизм поменять. Отрезать. Поставить этот механизм сюда. И все. Отрезать и две дверки просверлить. А тут отрезать, варить, выкручивать, сюда обратно прикручивать. Нет, да, будем это делать. Этот пошире. Ну пускай нам кажется, этот подойдет.
самый такой противный участок. Я сейчас, если я натоптаю, нормально будет. Просто тут дорогу уже не помню, где идет. Так что лучше идти пока в холостую. Вот так запомню сейчас. Тут-то вот помню и попадаю. Вот толщина льда.